большой университет, что с вами идеей. И так получилось, что мы познакомились, мне возникли идеи, и я попросил девочек возможности провести эту выставку во Владимире. И вот в течение более 3 месяцев она гостила у нас во Владимире. Это знаковое большое событие, что такой большой выдающийся художник, который пишет, писал портреты и Смоктуновского, наша гордость. Это русская живопись, русская школа живописи. Вот этот художник приехал сюда, подарил возможность там познакомиться с этой выставкой. Выставка закрылась, и состоится в понедельник, состоится такой этап. Георгий Ильич был в суде, что вот здесь свое супругое, которое... И он написал несколько работ. Одну из работ он благодарит понедельник нашему музею. Вот я эту работу он принес сегодня сюда, в Ельнице. Это подарок благодарящегося художника. Я хочу вам представить Георгия Георгиевича Шишкина. Еще раз огромное спасибо.